Лекарство от аллергии. Сотрите в порошок траву рязку маленькую. Смешайте этот порошок с медом и скатайте из них небольшие пилюли. Давайте больному по одной такой пилюле два раза в день. Можно просто залить 3 ложки измельченной травы ряски чаркой водки. Настаивать эту водку необходимо неделю и принимать этот настой по 20 капель с водой. Это лечение нужно повторять 3 раза в день. Следующий рецепт. Предпишите больному пить вместо чая отвар из свежей череды. Цвет такого отвара должен быть золотым. Если же он окажется зеленым, то для лечения он не будет пригоден. Всем добра, будьте здоровы!